мы сейчас прошли несколько отрывков о распространении. Вместе с распространением, по мере нашей работы, о том, чтобы люди познакомились и узнали с Каббалой, есть очень много обвинений. Я бы хотел узнать о их роли. С одной стороны, у Творца есть план творения, он хочет рекламировать себя. С другой стороны, помехи. Мы должны изучать форму, свойства, восприятия человека мира. Кто такой человек? Кто-то может мне сказать, маленький мир. Хорошо, да, так написано. Еще? Желание получать. Желание получать, правильно. Да, ну, молодец. Да, да, маленький такой, сладкий. Да, желание получать. Если человек это желание получать, что он любит получать? То, что хорошо для него, а относительно других, чтобы у них было меньше него. Страданий зависит от того, насколько он еще страдает. Он наслаждается от того, что хорошо ему, и чтобы у других было чуть меньше, да, по крайней мере, так. Так работает наше желание получать. Деньги, почести, власть, знания, зависть, почести. То есть мы распространяем науку Каббала такая хорошая и так далее, люди хотят это слышать или нет? Сколько людей захочет об этом услышать? Может быть, такие, у которых есть точки в сердце, и тоже зависит. Но если ты рассказываешь о ком-то, что он такой плохой, это распространяется с огромной скоростью. Потому что это желание получать. Оно радо услышать об этом, что кто-то плохой. Поэтому это форма распространения. Мы, слава Богу, сейчас нам выпала такая очень большая акция распространения. И если бы это не было ради такой конкретной цели, то я бы никоим образом бы этому не противодействовал, не сопротивлялся. Пусть еще больше распространяют, если бы нам самим нужно было бы это издавать и распространять все эти вещи по разным местам. Сколько бы нам стоило это денег, сил и так далее? Чем больше говорят положительным или отрицательным, негативным, позитивным, это совершенно не важно. Об этом знают. А все остальное зависит только от твоей практической работы и только. Больше ничего другого. Ты должен прийти к человеку и спросить, что вы хотите? Я хочу помочь. Мы — организация, которая желает помогать. А все эти вещи — все это глупости. Это наоборот, это распространится, и, исходя из действий, распространится другой слух с еще большей скоростью, чем все эти негативные вещи. Почему? Потому что у желания получать будет очень сильный возбудитель. Они делают кому-то что-то хорошее. А почему? Почему же нам нет? И где они? То есть, ты понимаешь, это намного сильнее, чем о ком-то рассказывают плохо. Ну, да, мне это доставляет какое-то наслаждение, но здесь я могу получить наслаждение от того, что будет хорошо мне. А сейчас кому-то другому хорошо, а не мне. Ты понимаешь, это намного более мощная сила, и поэтому нам не нужно обращать внимание ни на какие вещи, которые говорят что-то против нас, а продолжать нашу линию и говорить им большое спасибо.
Мы благодарим вас за то, что вы потратили еще несколько тысяч шекелей или несколько миллионов шекелей против нас, и вы действительно сделали хорошее дело. Я говорю тебе, сделали хорошее дело. Нужно благодарить за плохое так же, как и за хорошее. Здесь была еще целька, которая это нам мешала. Но то, что касается рекламы и того, что говорит Бальсулам, взорвать железную стену между наукой Каббала и миром, в этом отношении они действуют очень хорошо. Человек не услышал бы, если бы это было так, таким хорошим образом. А так он слышит: «А, Бней Барух, это Каббала, и они такие, они сякие. О, очень хорошо. Ну так что?»